Приветик всем, кто заглянул ко мне на канал, и сегодня я покажу пустые баночки с сайта iHerb. Ссылочки на все товары будут в описании к этому видео, и там же я оставлю код на скидку 5% к заказу. Не забывайте пользоваться. А начну я с патчей для области под глазами. Это корейские гидрогелевые патчи. Если вы еще не пробовали такое средство, я вкратце расскажу. Это маска гидрогелевая на область под глаза, которая наносится на 20-30 минут, и за это время она убирает отеки, темные круги, она напитывает кожу, и даже справляются такие патчи с небольшими заломами в уголках глаз, с возрастными какими-то изменениями. Использовать их лучше всего курсами, хотя бы через день, так они работают намного лучше. Я патчи всегда беру только на iHerb, там они дешевле и выбор там хороший. Но вот, к примеру, от Petit Fit патчи я заказывала по акции, и за 60 штук я отдала 550 рублей. В то время как в нашем интернет-магазине в России цена таких патчей, ну, уже где-то перевалила за 1000. Выгода, конечно, очевидна. Патчи Petit Fit с золотом, они имели такую форму полумесяца, и также посерединке были кругленькие такие патчи, которые можно было клеить, например, на прыщики, на какие-то проблемные места или на область между бровей, чтобы там кожа питалась и разглаживались вот эти вот заломы, морщинки. Очень хорошо работают, очень мне понравились. Также понравились от Secret K, Cold Raccoon. У них точно такой же принцип. И, в принципе, они, ну, где-то примерно одинаковые. Только Secret K, насколько я помню, стоит немножко дороже. Но и те, и другие я вам могу посоветовать. Закончилась у меня серия для волос от Dewsit Essence. Это серия с малинкой. Она придает волосам блеск, мягкость. Шампунь невероятный, я могла даже воспользоваться только шампунем и не использовать кондиционер, потому что он очень бережно относится к волосам, они мягкие, они рассыпчатые, блестящие, прекрасно. А вот кондиционер для меня работал как хорошая восстанавливающая маска. Текстура была достаточно жирненькой, плотненькой, и также неплохо волосы восстанавливались, были очень мягкими. После кондиционера хорошая серия, и плюс здесь натуральный такой аромат малинки, такой он классный, я буду покупать еще. И также могу вам посоветовать такую же серию, только с экстрактом винограда. Она у меня закончилась раньше, и в прошлых пустых баночках сайта iHerb я вам ее показывала. Тоже замечательная, и не зря эту серию для волос все так хвалят. Еще от Dewsit Essence у меня подошел к концу вот такой лосьон для тела с лавандой. Я обожаю лаванду во всех ее проявлениях. Объем 237 мл. И этот лосьон, он по своей текстуре достаточно легкий. И сейчас вот на лето он мне идеально подошел. Быстро впитывался, неплохо увлажнял кожу, справлялся с сухостью, шелушениями. Мне понравился, и аромат здесь натуральный. Здесь лаванда с ноткой какой-то ванили, очень такой сладкой. Аромат абсолютно не приторный, он потрясающий, на теле оставался долгое время. Я довольна, я еще слышала, девчонки хвалят такие лосьончики, но с ароматом кокоса, с какими-то тропическими фруктами. Возможно, я попробую, но вот с лавандой это прям моя любовь. Цена в районе 400 рублей, но за такой шикарный эффект, за такую отдушку, мне кажется, это оправдано. Также еще один крем подошел у меня к концу. Выглядит он вот так. Это уже крем для ног. И здесь на самом деле была очень большая баночка, 227 грамм. Крем густой, плотный. Он неплохо восстанавливал сухую потрескавшуюся кожу, он убирал какие-то огрубевшие участки, вот мозоли, натоптыши, с этим он справлялся. В составе масла ши. Из минусов, что могу сказать, у него яркий аромат, он такой, знаете, какой-то молочный, что ли, и мне он уже под конец немножко так надоел, но по действию крем замечательный. Цена у него была очень бюджетная, я сейчас точно не помню
сколько стоил этот крем, но по ссылочке в описании можно будет пройти, посмотреть. Но я помню, что какие-то сущие копейки за такой объем, за хороший состав и хорошее действие. Возможно, я как-нибудь повторю, но у меня сейчас, в принципе, продуктов для ног много. Сначала я закончу то, что есть, но этот крем я буду иметь в виду. Закончился у меня лосьончик для рук от IOS. Знаете, это такое приятное баловство. Это лосьон, он очень легкий, он дает небольшое кратковременное увлажнение, но у него очень крутой аромат. Аромат такой, знаете, богатый, красивый, как аромат какого-то парфюма. Ну и, конечно же, плюсом является упаковка, она привлекает внимание. Я такой лосьон с собой всегда в сумочке носила, и девчонки у меня постоянно спрашивали, что это такое, где это купить. Но выглядит и правда круто. Стоит этот лосьон на iHerb где-то 140 рублей, в то время как в нашем магазине цена доходит и до 300, и до 400 рублей. Но не стоит этот лосьон никаких больших таких денег, но вот за 140 рублей можно купить. Может быть, я когда-нибудь и возьму, пока не знаю. Часто покупаю там вот такие бальзамчики от Sierra Bis, и тоже вам неоднократно уже рассказывала. Это бальзамы, которые часто можно встретить на распродажах, на скидках на iHerb, и они обычно продаются упаковками по 8 бальзамов, и цена где-то, ну, в районе 200-250 рублей. Что мне нравится, бальзамы имеют натуральный состав, у них маслянистая такая текстура, они моментально восстанавливают кожу губ. Использую я на ночь и с утра, губы мягкие. У меня еще много этих бальзамов в запасах, поэтому в ближайшее время я заказывать не буду. Но если вы не пробовали эти бальзамчики, то обязательно закажите, они прям крутые. Подошел к концу у меня вот такой спрей для фиксации макияжа от бренда Elf. Тут еще прям на дне совсем немножко есть, но я думаю, что в ближайшие пару дней это у меня все закончится. Я слышала разные отзывы на этот спрей. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Я как-то нейтрально отношусь. Да, неплохой спрей, но у меня сейчас есть спрей от Urban Decay, и он работает, как мне кажется, немножко лучше. В принципе, макияж спрей от Elf закрепляет. У кого кожа жирная, проблемная, комбинированная, и косметика в течение дня плывет, появляется жирный блеск, можно попробовать. Но имейте в виду, что он немножко пахнет спиртом. Для кого это не принципиально, то почему бы и нет, можно заказать. Я не знаю, буду ли повторять эту покупку. Я хочу попробовать спрей для фиксации макияжа корейский, такой в виде зайчика, по-моему, от Apью, если не ошибаюсь. Но этот спрей, он, знаете, такой дешевый, в принципе, работающий, можно его заказать. Покажу вам сразу три упаковки моего любимого коллагена от NeoCell. Чтобы не быть многословной, я вам сейчас сразу все три баночки покажу. Одна вот хотела от меня убежать. Вот, три упаковки. У меня вся семья принимает, и я тоже пропила курс. Я могу сказать, что этот БАД работает. Это коллаген с витамином С, и он укрепляет кожу, укрепляет волосы, ногти, также укрепляет мышцы, хорошо работает на укрепление сосудов. И девчонки некоторые мне писали, что они не видели результата, но они пропили всего лишь одну упаковку. Чтобы увидеть результат, надо пройти как минимум курс, а курс составляет как раз две вот такие баночки. Здесь по 250 таблеток. Принимать нужно по 6 в день. И цена, не скажу прям, что совсем такая доступная, но в принципе за такой работающий комплекс это недорого. Сами посмотрите, пройдете по ссылке. А мне нравится, у меня мама видит результат, у меня сейчас как раз папа пропивает курс, и сестра пробовала, и я, мы все в восторге. Я буду заказывать еще, и сейчас мне идет посылка, там тоже такая баночка. Я хочу обратить ваше внимание на дозировку. Именно у бренда NeoCell самая крутая дозировка – это 6000 миллиграмм. Мне нравится, я вот даже могу долго петь дифирамбы этому БАДу, но действительно крутой. У меня тем более всегда проблема с позвонками, и вот с помощью этого БАДа это все как-то укрепляется.
Осталось показать мне две вкусняшки. Во-первых, вот такие орешки пекан я покупала, очень вкусные, сладенькие. Они похожи немножко на грецкий орех, но они более такие нежные, что ли, по вкусу, более мягкие, и у них форма такая вытянутая. 340 грамм я добавляла орешки в свой завтрак, например, в овсянку или в творог, и было очень вкусно. А если еще добавить к этому кленовый сироп, то это прям вот высшая степень наслаждения. Классные орешки. Я надеюсь, что в ближайшее время их как-то закажу, но у меня, знаете, столько хотелок появилось на iHerb, и в первую очередь хочу взять то, что у меня в виш-листе, но вот эти орешки тоже обязательно как-нибудь закажу. И мой любимый чай от Йоги. Этот чай у меня был с корицей и с ванилью. Терпкий, пряный, невероятно вкусный. У него натуральный состав, это травяной чай. Здесь получается 16 пакетиков, стоимость 220 рублей, если сейчас не подорожал. Очень вкусный. Я прям могу этот чай пить без всяких вкусняшек, без конфеток. Мне вот хватает именно этого насыщенного, яркого аромата, вкуса. Ну, потрясающе. Долго могу рассказывать. Это стоит попробовать. Вот и все мои пустые баночки с сайта iHerb. Буду копить еще и скоро покажу вам покупки. Идет мне посылочка. А я благодарю вас за внимание. Буду ждать ваши комментарии. Что вы заказываете на iHerb, какие ваши любимые товары. Буду рада общению. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться. Скоро мы с вами увидимся снова. Всем пока-пока!